Жизнь – это постоянное движение и перемены. Каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами, и именно в этих моментах проявляется наша истинная сила. Чарльз Дарвин учил нас, что успех приходит к тем, кто умеет адаптироваться. Это значит, что нужно быть гибким, открытым к новому, готовым учиться и меняться. Когда мы принимаем изменения, мы не просто выживаем, мы растем. Каждый вызов – это возможность стать лучше, научиться чему-то новому и открыть для себя горизонты. Не бойтесь перемен, используйте их как трамплин для своего успеха. Помните, именно в движении к новым целям мы находим свое истинное предназначение –